Господа, с вами Денис Гик, и сегодня мы поговорим немного о удобном инструменте. И я себя побаловал, решил заказать вот такой вот набор инструмента Grand Tool. Заказывал в Украине, вообще он произведен где-то в Европе. Описание все даже на украинском, ну, ради интереса, мне даже было интересно посмотреть на качество. Обошелся он в 365 гривны, юху. Значит, это в долларах где-то 365-10, где-то около 14 долларов. Пытался я найти на Алиэкспрессе аналогичные, но там все что-то переваливают похожего типа за 20 с чем-то долларов. Постараюсь еще поискать, может подберу что-то толковое. Потому выбор был сделан именно на этот инструмент, и я заказывал еще станок для крепления болгарки угловой шлифовальной машины для 115-125, по-моему, максимум 150 можно сюда закрепить. То есть это рычажный станок рычажного типа, но о нем будет отдельное видео, я его дособираю, протестирую, как же он работает. А сейчас немного о таком вот наборе для, как здесь написано, для домашнего мастера. Набор урознь, конечно, но этот набор я уже не попользовался и, в принципе, могу дать здравую оценку. Значит, немножечко про комплектации. Значит, у нас есть трещотка на 45 зубов, есть переключатель хода трещотки по часовой стрелке и против часовой стрелки, то есть закручивание откручивание. Ключ выполнен сам хорошо, ручка также имеет пластиковые элементы, и все это прорезинено, то есть в руке сидит вполне хорошо, удобно. Значит, металл, о металле пока сказать ничего не могу, насколько он прочный, но рычаг здесь небольшой, потому усилие также здесь будет, ну, не настолько большое, чтобы сломать этот ключ. То есть если кто-то решит накидывать трубу, конечно, сломать тогда можно любой ключ, по сути. Две звездочки болта, которые крепят всю эту конструкцию. И что мне понравилось, система с кнопкой, это система антивыброса. То есть, если мы надеваем какую-то насадку, во-первых, мы ее просто так не вставим, так как клин стоит. А во-вторых, мы должны нажать кнопку, шпилька выталкивается, и шарик теперь может заходить внутрь. Хопа. И также ключ у вас никогда не спадет, ваша насадка. Потому что вы сами видите, что заклинило и очень хорошо. То есть ход здесь, в принципе, отличный. Ну, сам ключ мне понравился, то есть как он сделан. Значит, по комплектации набора. Значит, у нас есть головки шестигранные. Это вот этот вот набор, начиная от 4 мм и заканчивая 13 мм. Это самый большой ключ. Здесь их в комплекте у нас 2, 4, 6, 8, 10 штук. Это хорошо. И также, что очень полезно, удлиненные головки. То есть частенько бывает, что-то надо закрутить на расстоянии, туда не подлезть, и мы просто накидываем эту удлиненную головку и пошли крутить, вертеть. Трещотка работает, кстати, очень хорошо, плавно, и звук мне нравится. Так, дальше по списку. Значит, правые удлиненные головки я сказал, их в комплекте всего 6 штук, значит, получается 6, 7, 8, 10, 12 и 13. Значит, теперь у нас идут наборы бит. Наборы бит, ну, выглядят визуально хорошо, но насчет качества ихнего я не знаю. Ну, ножом царапаются, то есть видны царапины на них. То есть царапину вы видите. Насчет износостойкости, ну все же это набор не премиум категории, это домашний, по сути, набор. Потому у нас присутствуют кресты, присутствуют звездочки и присутствует набор плоский, также шестигранники, что очень удобно при сборке там мебели под конформат. Звездочки тоже, ну, насчет такого ключа, ну, тоже иногда нужно подлезть там, где простой отверткой с ручкой не доберешься. Бывают случаи, и бывает довольно-таки часто. У нас есть здесь адаптер для бит, вот. Значит, удлинители, кстати, очень удобные, 50-ка и 100-ка.
такие два удлинителя есть. С ними тоже, кстати, удобно работать. Защелкнули. И теперь мы можем накинуть любой из этих ключей и достать, то есть, где угодно. Кстати, тоже очень удобно. И, кстати, не знаю зачем здесь, но это, наверное, они поиздевались. Положили сюда три ключа шестигранных, 1.5, 2 и 2.5 миллиметра. Я думал, может, это для разборки самого ключа, самой трещотки, но нет, тут оказались звездочки. И звездочки такие, которых здесь в комплекте, кстати, нет. А, не, есть. Вот это вот подходит, звездочка для разборки. Не знаю зачем, если у меня есть, вот отдельно покупал с длинными рычагами, нормальные уже ключи. Тоже из моего любимого инструмента. Это уже качественный, им очень много лет. Ну, вот это издевательство, тем более с такими короткими рычагами. Если проверить на качество металла, ну... Да, в принципе... Ну, в принципе, сложно, хоть это и полторашка, не гнется, то есть остается. В принципе, могут быть и нормальные, но опять же, с короткими рычагами, и я не знаю до конца, зачем это издевательство было положено сюда. Но, по сути, это общий, универсальный, типа, набор инструментов, потому, наверное, потому что он универсален, сюда его и добавили. Значит, в целом, набор мне понравился, я им уже покрутил... свой станок CNC, который сейчас собираю из хлама. По сути, это видео такое ANNA, немножечко про инструмент электронщика. И, кстати, удобный кейс. Я думал, что он будет сделан хуже намного, но сделан, в принципе, нормально. То есть ничего там особо не гремит, удобно для хранения. Так что гранд-туловский инструмент в целом можно использовать. Ну, по сути, я его брал только из-за накидных вот этих головок и удлинителей. То есть я ним доволен. Спасибо продавцу. Ссылочки я постараюсь найти на Алиэкспрессе, аналогичные комплекты. И ссылочки оставлю в описании. Там, где я покупал, это по сути для Украины. Всем пока. В общем, только хороший инструмент, только удовольствие при работе.